исполнении китайского студента факультета прозвучит пьеса украинского композитора Ревуцкого «Песня». Ну, очень известная пьеса, и она посвящена сыну композитора, и отличается и тонкостью, и задушевностью, и благородством. Ну, и вот для меня эта пьеса одна из любимых в украинском репертуаре. Исполняет, вот, зовут его Степан, он говорит, называйте меня Степан. Вот. Пожалуйста, Степан.